Геликон Опера открыла сезон премьеры «Каменного гостя» Даргомышского. На сцене она ставится редко, ведь в ней нет привычных дуэтов и арий, звучных ансамблей. Все действие построено на музыкально-драматических речитативах. Так что для исполнения этого весьма необычного произведения требуется не только вокальное, но и актерское мастерство. По мнению режиссера спектакля, постановка точно заинтересует вдумчивого и взыскательного зрителя. Жуа ведь это же образ романтики, это образ эротики, это образ чувственности. И вот то, что она погибает сегодня, а вступает рацио, зависть, которым наделен Либарелло, это как раз история, связанная, кстати, с тем, что мы переживаем сегодня.